Уже много лет школа-интернат «Улыбка» успешно работает не только в направлении основного, но и дополнительного образования. За последние 3 года в числе подопечных 15 призеров всероссийских конкурсов, а 69% выпускников успешно поступили в вузы. Руководство школы делает особый акцент на программе дополнительного развития, поэтому направление здесь представлено несколькими составляющими. Это швейное дело, ткачество, фото- и видеосъемка, а также постановка спектаклей. Появились новые направления, в частности, направление по анимации. В рамках данного направления дети занимаются мультипликацией, снимают мультики, пишут свои сценарии, готовые работы посылают на конкурсы. С 2020 года интернат «Улыбка» является участником нацпроекта образования, в рамках которого обновили классы химии, физики и психологии. Особая гордость – класс биологии и агротехнологий, который может похвастать гидропонной установкой с дистанционным управлением и стеллажами для рассад. Здесь дети вникают в процесс растениеводства, а после применяют свои знания в посадке овощных культур в пришкольном огороде, урожай которого проверяют на наличие нитратов. Так, выбираем огурец. Ну и так же. Нажимаем. Меньше 30%. Мы можем вместе с детьми, благодаря лабораторным работам, практическим экспериментам, проводить, значит, агротехнологические исследования, где дети будут вникать, как будет происходить заделка семян, на какую глубину, от чего это зависит. Помимо огурцов, в числе плодов – помидоры, баклажаны, яблоки, шиповник и даже виноград. Урожай, взращенный собственными руками, особенно ценен. Поэтому местные дары активно используются в приготовлении пищи для учеников, общее число которых теперь, с учетом новых 40 мест, 110 человек. И вот буквально сейчас нами готовится до 7 августа заявка на получение федеральной субсидии на 2024 год на открытие новых, еще дополнительных мест. В этом году, точнее, в будущем, в следующем году, 24-м, у нас будут новые приоритеты, хотя мы и открывали по этим направлениям и в 23-м году, но как бы акцент делаем на них. Это открытие и создание школьных театров в школах и открытие школьных музеев. Национальный проект «Успех каждого ребенка» действует уже 4 года, за которые открыто более 20 тысяч мест дополнительного образования. Главная цель – доступность обучения и профессиональная ориентация, которые помогут определить дальнейший путь ребенка. Мадина Исмаилова, Александр Кудряшов, Управда ТВ.